А в Сатпаеве мамы боятся отпускать детей на игровые площадки. Некоторые детские зоны, по словам горожан, не обновлялись со дня постройки. А сломанные конструкции представляют угрозу для здоровья малышей. Так хочется покататься на горке, тут даже лестницы нормальной нету. И вот этого нету. Тут можно спрыгнуть. Только вот так долезать можно. Еще и горка высокая. Сложно кататься. Отсутствие навесов, защитных ограждений и урн. Сломанные конструкции. Такая картина на десятках игровых площадках города беспокоит родителей. Мы куда только не обращались, куда только не писали, не фотографировали, отправляли. Но у нас тут площадка, извините, как будто бы для кошек и собак. Здесь нету ни качели, ни песка, ни зеленой травки. У меня внуки есть, вот, кум-кум жёг, песок жёг тут, грязно все время. Бросают мусор, песок нету, детям играться. Куда пойдешь, там тоже детей ругают. Почему сюда привели, сюда привели. Песок бы привезли бы сюда, хоть три машины. Боимся детей опускать вот, вечером. Вот. Мы вот сами выходим, детей смотрим сами. Сколько можно так делать? В Акимате проблему не отрицают. Здесь отметили, что большинство ранее установленных площадок требует ремонта. В этом году запланирован текущий ремонт детских площадок с добавлением новых игровых элементов. На сегодняшний день по результатам конкурсных процедур определена подрядная организация. Будут по всем микрорайонам проведен анализ, где требуется установка новых элементов и текущий ремонт. В прошлом году в Сатпаеве было установлено 20 детских игровых площадок. До конца этого года планируется установить 25. Наргиз Жанабекова, Виталий Обрежа, Информбюро, область Улытау.